Ворота упали на припаркованный автомобиль на глазах хозяина машины. Мужчина не смог сдержать эмоций. Металлическая створка ворот складского помещения резко отворяется, ударяется о стену, а затем падает на припаркованное перед ним авто. Ворота рухнули на капот машины, помяли его и разбили фару. Из склада вышли удивленные рабочие и с интересом начали осматривать место происшествия.